Добрый день. В общем, смотрите, что. Добрались мы немного до ямзовского мотора. В общем, ну, у кого не есть, вы же знаете, там этот вал, привод НВД, там телепается как хер по стакану. Ну, в общем, херы, конечно, разные у всех, но дело не в этом. Смысл весь в том, что с Виталькой мы сейчас тут замутили, покажу, что сделали. Вот Виталька. Привет. Смотрите, то есть он одевается сюда, поняли? Ну, соответственно, и вот этот, когда телепаешь, у него большой люфт. Что я сделал? Значит, у нас здесь получилось 1,5 миллиметра. Вот такие шайбы у меня есть. Вот они, видите? Точенные. То есть мы под стопор поставили. Подставили шайбу, стопор. То есть она уже никуда не упадет. Ну, смотрите, как стоит вал. То есть у него люфта вообще нет. Вообще нет. То есть, ну, хуже как бы не будет. Вал не телепается. Тут сальник забьется, там сальник поставили. В общем, дальше трепаем. В общем, такая тема, ребята. С Виталиком пользуемся только красным герметиком. Да. Вот. Вот уже один тюбик у нас ушел. Это тут шило будет. Вот красный герметик. А, елки. На. Что ты? Ты красный герметик, маш побольше. Шпатель дай. Шпателем? Да. А лучше мастерок. Мастерком накладывать будем. Вот, красным герметиком промазали. Блок. Сейчас Виталя поддон герметиком побольше намажет. Слышишь? Ну, я думаю, это сейчас надо грязью притрусить. Маслом. С песком, маслом с песком и потом еще что сделать? Еще сверху красным, да? Да. Ништяк будет. А под силикон можно и не ложить. В общем, болтики пробили, потому что тянули до говна, повытаскивали. Все. Сейчас болтики, отверстия вернее, пробили. Половина болтам хана. А ты покажи им там они. Да, что им показывать, что? Ну, если, блядь, тигры, блядь. В рот их выговорили, блядь, что им показывать. Вот такие вот они. Вот, у них подложенные шайбы. Ну, то есть, такие серьезные ребята. Крутили, блин. С блока все повыкручивали. Верхнюю крышку сейчас сделали. Наживили, посадили, шестерни выставили. Сделали с Витосом ключ. Сейчас... А съемник, ребята, сделали советского ключа, вот такой съемник, чтобы переднюю, ну, этот балансир откручивать, вот так вот выточил я на станке, сделал, грели, видите, как, вот, так что инструмент приобретается. Сальник поставили, то поставили, еще надо, ну, то уже задний будем менять, когда наоборот будем переворачивать. Так, все, будем надо лепить. Виталя, вот этот, Виталь. Вот этот, вверху. Только его крутил. Все, давай. Во, все, вот этот. Ну, в общем, ребята, кожух здесь был лопнутый. Взяли другой, с другой коробки. Вот, сейчас кожух поменяем. Закручиваем. Он по видлам намазали малину. Да. Потому что алюминий, он гниет. Еле сняли тот. Потом чет. Ну, тут по мотору поднакидали. Поверху. Что там? Что там возможно, невозможно. В общем, поднакидали. Топливная пока. Леха там крутит, вертит ей. Форсунки делает. Вот так навесное бросили. Сейчас задача у нас такая. Непростая. Сейчас собираем коробку, закручиваем уши, не уши, всю фигню. Вот. И будем переворачивать мотор. Надо закинуть маховик. Так, закинуть маховик. Диск там мертвый. Диск взяли с китайца, закрытый. Вот такой вот. 12-пружинный, обмедненный, закрытая вот эта часть.
общем, сейчас собираем. Так, сейчас разворачиваю мотор. Сейчас я буду потихонечку назад сдавать, а ты его как бы проворачивай. Да не надо там ничего. Виталя. Подкладывай вот сюда доски. Под поддон? Вот сюда, под середину. Вот сюда. Да, сейчас я буду. Не, одной хватит. Только ты ложи на соединение. Вот сюда, понял? Чтобы тут оно легло. Сейчас я его припускаю. Нормально. Сейчас я назад отъеду, стой. Виталь, ничего не делай. Зачем ты вытаскиваешь? Послушай сюда. Откручивай вот этот край. Цепляй на дальнюю часть. Сейчас я вперед подъеду. Надо от рубашки отцепить. Не, слышишь? Сейчас я телефон бросаю. Во-первых, отцепить от той херни надо. И мне сейчас... Ты сейчас сними ее, я сейчас ровнее перееду. Цепь, Виталь, цепь перекинь сюда ближе. Сюда ближе цепь. Вот так, все. Смотри, я сейчас буду аккуратненько поднимать. Сейчас. Виталя, ухо с той стороны, видишь, вывернуто. Все, в общем, сейчас я отъезжаю, и поддон, в общем, телефон пока ставим. В общем, ребятки, уже потемнело. Что мы поставили движок в положение состыковки шаттла. Вот, тут что мы? Коробку тоже приготовили. Нам задача такая. Посмотрите на конструкцию. Виталик в шоке. Видите, это у меня форсунки вытаскивать.
Вот. Но смысл весь в том, что да, я знаю, есть грибок специальный, закручиваешь. У меня он есть, но он на маленький диаметр. Грибок со шляпкой, 4 прорези, закручиваешь, и он выходит. Виталий, вот так, держи. Нажал. Вот. Ну, в общем, вот такая, ребята, конструкция. Ну, отойди еще дальше. Ну, я там тогда подшипник не вижу. Ну, мы нашли выход. Вот так вот, ребята. Сейчас я вам покажу, что я тут на баранде. Иди на свет. Супер съемный. Вот такое там. Нормально мы тут налепили. Вот. Ну, соответственно, я вам показывал, да? Удалили мы на валу люфт. Вот, люфт. Видите, люфта вообще нет. Вообще нет люфта. Вот я дергаю. Пускай мазисты сами разбираются.